Дамы и господа, меня зовут Аркадий Аздоба, и сегодня ответы на вопросы. Что такое счастье? С моей точки зрения, счастье – это физическое, духовное и, соответственно, материальное здоровье. Очень трудно представить себя человека счастливого и больного, или очень трудно представить себе человека, который чувствует себя хорошо, когда у него болит душа. И, естественно, достойная жизнь, соответственно, деньги, соответственно, зарабатывание этих денег, соответственно, чувствуя себя человеком уверенным, крепким, конечно, материальное здоровье тоже. Итак, что такое счастье? Счастье – это физическое, духовное и материальное здоровье. Вот именно на эти темы я читаю занятия, читаю лекции, читаю тренинги, провожу всевозможные семинары уже где-то около 16 лет. И вот что я вижу. Очень большие сложности именно с волевыми качествами человека. Воля. И только воля дает человеку возможность соединить три этих постулата – физическое, духовное и материальное – в единое целое. Я хочу вам сказать, что не может человек быть счастливым, если какой-то из компонентов, из того, что я сказал, отсутствует. И это очень важно. Именно соединение физического, духовного и материального создает человеку комфорт. Это то, о чем я вам хотел сказать. Конечно, каждый из этих компонентов будет рассмотрен мною в отдельных видео. И хочу закончить свое выступление сегодня словами из Упанишад. Вот что говорят Упанишады. Человек – это не что иное, как сознание собственной воли. Господа воли. И в соответствии, как он живет и во что верит, таким он и будет в следующей жизни. Следуя добру и знаниям, знания – это очень важная вещь, человек добьется счастья и свободы. Условив же циничные законы, превратится в грязное животное. На сегодня все.